Marrakesh Qurmetli futbol qovmi. Futboldan 1-chi liga komandalari Qozog'iston Respublikasi bilan kechagi turda yergilikda qilgan SK komandasi Yakobasov Qozog'iston Yakobasov komandasi qabuldi. Alaqa chiqqan o'yinchilar turib turganlar axborotni tinglab o'tdi. Bizning qonaqlarimiz Yakobasov komandasi. Qapqada 98-nomer defensi Ilya Sotnik. 80-nomerda Georgi Narimanidze. 21-nomerda Nurbol Anvarbekov. 20-nomerda Aspan Erken. 13-nomerda Akmal Aymenov. 8-nomerda komanda kapitani Andrey Burtsev. 4-nomerda Qonish Begalin. 27-nomerda Jabrail Jamarashvili. 4-nomerda Igor Nazarov. 5-nomerda Aslan Suleymanov және 33-nomerda Асхат Мыңбаев. Yakobasov командасының бас бапкері Зураб Акчибадзе. Бұлдарыста командасы. Қақпада 18-нөмерде Роман Бакаутинов. 10-нөмерде Никола Тасич. 24-нөмерде Бошка Ступич. 27-нөмерде команда капитаны Али Алиев. 94-нөмерде Виктор Гунченко. 7-нөмерде Тимур Мулькинов. 28-нөмерде Владимир Сидельников. 78-нөмерде Ануар Умашев. 4-нөмерде Карам Султанов. 20-нөмерде Михаил Аубакиров. Және 16-нөмерде Сүлімжан Бакеев. Қызылжарыска командасының бас бапкері Владимир Фомичев. Бүгінгі кездесуде ана төрешілер бригадасы қызмет атқарады. Алаңдағы төреші Рустам Омаров, Алматы қаласы. Қапталдағы төрешілер Иван Гриценко, Қостанай қаласы және Виктор Шевелев, Семей қаласы. Резервті төреші Артем Завгородний, Петропавл қаласы. Ойынның инспекторы Олег Яковлев, Көкшетау қаласы. Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Сегодня в матче 13-го тура первенства Республики Казахстан по футболу среди команд первой лиги встречаются Кызылжар СК Петропавлов и Экибастуз город Экибастуз. Прослушайте составы играющих сегодня команд. Наши гости форма черная. В воротах Илья Сотник, номер 98. Номер 50-й Георгий Нариманидзе. Номер 21-й Нур Ануар Беков. Номер 20-й Аслан Еркен. Номер 13-й Акмаль Айменов. Номер 8-й Андрей Гунцев, капитан команды. Номер 9-й Куаныш Бегалин. Номер 27-й Джабраил Джамарашвили. Номер 4-й Игорь Назар. Номер 5-й Аслан Сулеймена. Номер 33-й Асхат Мынбаев. Главный тренер команды Зураб Арчбадзе. Кызылжар СК Петропавлов, форма синяя. В воротах Роман Багаутдинов, номер 18. Номер 10 Никола Тасич. Номер 24 Кошка Ступич. Номер 22 Али Али, капитан команды. Номер 94 Виктор Гунченко. Номер 7 Тимур Мульдинов. Номер 28 Владимир Сидельников. Номер 72 Ануар Умашев. Номер 4 Карам Султанов. Номер 20 Михаил Аубакиров. Номер 16 Сулинжан Бакин. Главный тренер команды Владимир Фомичев. Сегодняшнюю встречу обслуживает судейская бригада в следующем составе.
Судья в поле Рустам Амаров, город Алматы. Ему помогают Иван Гриценко, город Костанай, Виктор Шевелев, город Семей. Резервный судья матча Артем Завгородний, город Петропавлов. Инспектор сегодняшней встречи Олег Яковлев, город Кокшетау. Come on!
Через дверь!
Thank you.